В Крыму пресечена незаконная деятельность преступной группы, промышлявшей добычей песка в Ленинском районе. Сотрудники пограничного управления ФСБ России с поличным задержали 8 членов банды. Перед вами кадры оперативной съемки, на которых отчетливо видно, как под покровом ночи неизвестные люди добывают природный ресурс на территории бывшего военного аэродрома в районе поселка Багерово. По итогам тщательной работы правоохранителям удалось установить личности преступников, а также раскрыть пути сбыта сворованного ими имущества. Как сообщают в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, злоумышленники использовали спецтехнику в количестве 6 единиц. Это грузовые машины и экскаваторы. В результате спецоперации были задержаны 8 членов группы. У них правоохранители изъяли 170 тонн песчано-гравийной смеси. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный государству фигурантами преступной деятельности, составил порядка 23 миллионов рублей. Все материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы. По результатам проверки и изучения представленных доказательств по совершенному правонарушению будет решаться вопрос о привлечении организаторов нелегального бизнеса к уголовной ответственности.